сайте AliExpress. Уже заказываем не первый раз. И в этот раз решили заказать очередной силиконовый ремешок. Он очень мягкий, кстати. Я думал, он будет мятый, а он нормальный. И здесь хорошая железная кнопка, которую придется обклеивать в связи с тем, что у жены аллергия на металл. Но тем не менее, ремешок действительно солидный. Тут есть жесткое уплотнение для третьего мибенда. Станет он сюда, наверное, идеально. Конечно, есть некоторые претензии вот к вот этой отливке, но тем не менее, он мягкий, хороший, легкий. Я думаю, он понравится жене, и она свой Mi Band 3 будет носить именно в этом ремешке. Хороший ремешок. Ну, как он будет выглядеть на руке, будет ли он держать форму, держать саму капсулу и подойдет ли он ей, покажет только время. Пока это просто обычная распаковка. Вы можете заказать себе такой же для Mi Band 3 и 4. Единственное, что не ошибитесь при выборе. Ссылка будет в описании. Кого заинтересовало, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте добавляться в друзья. Всем пока!